Спасибо большое за поздравления. Я был подготовлен, я прошел хорошие сборы в горах у себя на родине. Подготовился и с Павлом Сычным мне удалось выиграть. Да, был очень тяжелый чемпионат. Соперники были хорошие, достойные. И вот сегодня оказался с ней. Да, это была очень тяжелая схватка. Я выложился на все 100%, оставил всего себя на ковре и удалось выиграть. Да, очень тяжелая схватка была. Да, в конце вообще силы не остались, но у меня отрыв был хороший, поэтому удалось удержать счет. Финальная схватка, мы недавно встречались с ним в рейтинговом турнире. Там у нас была тяжелая схватка, 8-5 выиграл, а сейчас более легко удалось выиграть его. Сейчас, через месяц, У-23 будет Азия. Там поборемся мы и уже будем готовиться на чемпионат мира. Настраиваться я тренируюсь в спортшколе Садулаева. Со мной тренируется Рашид Садулаев. Поэтому с ним у меня бывают хорошие тренировки. На нем и расту я. Поэтому я думаю, я подготовлюсь хорошо. Я с раннего детства, у меня этот спорт привел мой отец. И вот с детства я полюбил этот спорт. И можно сказать, с 8 лет я уже тренируюсь. И я вот полюбил я этот спорт.